Друзья, всем привет! С вами Travel Маньяк, и сегодня у нас интересное видео. Мы погуляем по Севастополю. По Севастополю, который до сих пор находится еще в режиме самоизоляции. Сюда еще закрыт въезд, сюда нельзя приехать, если ты не прописан в Севастополе, если у тебя нет недвижимости или если ты не приехал по работе или в командировку. А на сегодняшний день Севастополь остается одним из немногих регионов, где до сих пор сохраняется подобный режим ограничений, несмотря на то, что в Крыму, к примеру, с 15 июня такие ограничения сняты. Вернее, такие ограничения снимаются. И сейчас я хочу просто показать вам, что происходит на улицах, как ходят люди, что происходит в заведениях общественного питания, работают ли они, сохраняется ли, соблюдается ли масочный режим, и как вообще выглядит город без туристов в начале лета. Это Графская пристань. А в обычных условиях, обычным летом, в другие года, в другие месяцы здесь всегда полно людей, потому что это одна из таких, знаете, знаковых достопримечательностей Севастополя, куда люди обязательно приходят сфотографироваться, посмотреть на прибывающие с северной стороны катера, посмотреть на пришвартованные справа военные корабли. Отсюда проводят экскурсии по бухтам Севастополя, поэтому место знаковое. Здесь деревянный настил. Это такой исторический момент, который ремонтируется, меняется, и его до сих пор не закатали в привычный всем бетон и пластик. Там вот видно пришвартован трехмачтовое учебное судно «Херсонес». Оно ходит под парусами, здесь учатся ходить в море курсанты. Это рыбаки. Катер прибыл с северной стороны. Это обычный общественный транспорт Севастополя, которым люди пользуются для того, чтобы переправиться на другую сторону города, чтобы не ехать около часа в объезд. Вокруг бухт. Вот, видите, кое-кто все-таки ходит еще в масках. Правда, носят они не так, как нужно их носить, а просто под подбородком, чисто номинально. И на самом деле найти человека, который идет в нормально надетой маске в Севастополе, сейчас практически невозможно. Вот люди, которые прибыли на катере с северной стороны, идут на остановку общественного транспорта через площадь Нахимова. Здесь тоже пусто, практически нет зазывал, которые предлагают покататься на катере по Севастопольской бухте. Вот я вижу одна женщина, и вот там стоит вторая. Все, всего лишь два человека. Обычно, в обычные дни, обычным летом, здесь порядка 10 зазывал только в этом месте. Но большая их часть сконцентрирована как раз на Приморском бульваре, куда мы сейчас направляемся. Так, но Приморский бульвар – это городской фонтан. Это, наверное, первый случай за много-много последних лет, когда в начале лета фонтан не работает, фонтан без воды, потому что всегда здесь огромное количество людей и детей. Это выглядит красиво, красивые клумбы, люди фотографируют и фотографируются. А вот эти все окрестные лавочки всегда заполнены людьми, в основном пенсионного возраста, потому что бабушки, живущие и в окрестных домах, и чуть подальше, любят прийти здесь посидеть в тени деревьев, в тени платанов, которыми славится Севастополь, и посмотреть на отдыхающих, так сказать, и на других посмотреть, и себя показать. Сейчас людей мало. Одна из видовых площадок, которая находится на Приморском бульваре с видом на вход в Севастопольскую бухту. Здесь вот установили вот такие качели для фотографий, для свадеб. Красиво. Вот как раз мужчина фотографирует ребенка своего. Еще один стенд для фотографирования стоит рядышком с цветами. И сейчас покажу, какой отсюда открывается вид. Здесь вид на солнечные часы. Здесь традиционно дети кормят голубей, бегают с ними, играют. А все лавочки направлены в сторону моря, и люди сидят, смотрят на море и на закат. Именно в этой точке, вот там ворота входа Севастополя, входа в Севастополь. Заходит солнышко, и ты сидишь, наблюдаешь закат. Это памятник затопленным кораблям, символ Севастополя, символ, размещенный на его гербе, и символ, который можно встретить на большинстве магнитов из Севастополя. Голубей никто не кормит, детей мало, людей тоже мало.
если бы не футболки, если бы не легкая одежда, можно было бы подумать, что это, ну, например, январь. Потому что в январе здесь людей столько же немного, а иногда даже и больше. Люди любят сюда приходить в любое время года. Сувенирный променад. Такое впечатление, что он даже не закрывался во время самоизоляции. И несмотря на то, что много что не работало, вот, ну, понятно, что эти штуки тоже не работали, но они открывались одними из первых вместе с летними площадками кафе. Потому что все-таки сувенирное лобби, судя по всему, в Севастополе очень сильное. Давайте посмотрим, что здесь продают из футболок. Кстати, вот удивительное дело, практически я не вижу футболок с Путиным в пилотке в форме ВМФ, которые были очень популярны и одно время, не знаю, составляли, наверное, топ продаж. Сейчас вот видите, Инстаграм, лайки, футболки с ТикТоком. Тренды меняются и, судя по всему, интересы туристов, которые покупают, тоже меняются. А вот те самые бабушки. Те самые бабушки, божьи одуванчики, которые любят здесь сидеть, любят смотреть на море, смотреть на закат. Да, сложно им сейчас, отдыхающих нет, дохода нет. Собственно, так же, как и ребятам, которые продают сувениры, им тоже сейчас сложно. Сложно заведениям общественного питания, везде, видите, да, стоят зазывалы. Стоят официанты, которые показывают меню, предлагают зайти, предлагают покушать одно заведение. Дальше еще несколько заведений. Это все. Сейчас уже открыто. Летние площадки открыты. Вот еще зазывалы для прогулок по бухтам Севастополя. Сейчас снова нам спросят, не хотим ли мы покататься. Вот на таких катерах катают, ходят мимо военных кораблей, рассказывают историю города, рассказывают историю кораблей, обязательно упоминают 2014 год. Ну, давайте посмотрим, вот сколько людей на летней площадке кафе. Вот так, пусто. Сейчас нет здесь никого. Смотрите, да, как ходит персонал, видите, да? Маски у всех просто надеты, чисто номинально. Вот даже есть вот так вот маски. Тоже уже люди вышли из ситуации и по 50 рублей продают маски в виде тельняшки. Знаменитые голубые унитазы, так называются вот эти два здания голубого цвета, со стеклами голубого цвета, которые построил один местный олигарх, бывший при Украине министром обороны. В обход всех градостроительных местных норм, планов застройки, которая ограничена 4 этажами в центре города. Вот он построил вот эти прекрасные здания, которые люди очень не любят. Местные жители много топили за их снос, но против олигарха не попрешь, и, естественно, никто ничего не снес. Здесь обычно катаются роллеры, здесь катаются ребята на скейтах. Это их любимая площадка, и снова никого, тоже пусто. Честно говоря, несколько дней назад, когда я гулял, здесь было побольше людей, и как-то вот сегодня подозрительно мало, и видео получится даже несколько, мне кажется, тенденциозным, что ли, и не соответствующим реальной картинке, так как все-таки людей в обычные дни немножко побольше, чем сегодня, не знаю, с чем связано. Идем дальше, идем в сторону арт-бухты. Снова сувениры. Слева маленькие фастфуды, магазинчики сувениров, городской турцентр. Столовую готовят к сезону, готовят к открытию, несмотря на то, что летним площадкам уже можно работать, но тем не менее столовая здесь возле дельфинария еще не работает.
красивый вид сзади. В принципе. Ага. В Севастополе много красивых видов сзади. И не только сзади. Этот город всегда радует красивыми девушками, короткими юбками, шортиками и красивыми нарядами. Так, ну а мы продолжаем идти за видом сзади. Вот летняя кафешка, одна из многих, которая работает. Людей опять же мало, потому что отдыхающих нет. Пришел я в арт-бухту, хаотически набросаны машины. Вообще-то здесь парковаться нельзя, висит знак, но в Севастополе в последнее время проблема с парковкой, потому что вот раньше вот здесь была парковка, еще в других местах эти парковки просто-напросто убрали и вместо них ничего не предложили. То есть была перехватывающая парковка возле памятника матросу и солдату, но сейчас там какая-то реконструкция и ее больше нет в центре города. И с некоторых пор в центре города припарковаться огромная-огромная проблема. Вот это все. Раньше была парковка. Сейчас здесь сделали зону для отдыха людей возле этих заведений на 100-метровке так называемой. Чуть дальше построили скейт-парк, чем обрадовали, конечно же, огромное количество детей, но не обрадовали огромное количество водителей. Есть вот небольшая парковочка здесь, но она предназначена для тех, кто ожидает паромную переправу. Иным способом здесь останавливаться нельзя, иногда отсюда даже эвакуируют машины. Вот мы видим, на некоторых машинах есть украинские номера, как правило, донецкие или луганские. Это те люди, которые уехали с Донбасса еще в 2014-2015 году. Ну и скейт-парк. Вот дети катаются, развлекаются. Там дальше заведение 100-метровки, это одно из самых популярных мест вечерней жизни Севастополя. Там стрип-бары, тенистый дворик, знаменитое место съема. О, вау. Нужно будет, наверное, там тоже сделать вам вечерний обзор, как вообще живет 100-метровка севастопольская. Лапшичная, пиццерия, квикби-бар, шавуха. Людей очень мало. Казалось бы, да, люди соскучились по свободе во время самоизоляции, но тем не менее, несмотря на ее частичную отмену, когда больше нет запретов ходить по улицам и не обязательно находиться все время дома, все равно людей не так много, как могло бы показаться в городе или как ожидаешь. Пока работает только то, что на улице. В помещениях пока гостей принимать нельзя. Итак, смотрим, что у нас здесь. Да, здесь действительно много людей. Пусть и не биток, не стопроцентная посадка, но тем не менее, людей много. Место популярное. Ну да, посадка даже не 40%. Заведение Львовская кава. Вот так вот, да. Львовская кофейня, львовская кавиарня. Здесь, в самом центре Севастополя, работает. О, человек в маске, наконец-то. Ну, это персонал заведения всего лишь. И это отнюдь не просто люди. Да хотя и зачем на улице людям ходить в маске, действительно. Трафик не очень плотный. Чуть поближе, так, к спальным районам пробок много в Севастополе, в центре. И днем, и вечером свободно. Вечером вообще пусто. В Севастополе очень популярен прокат самокатов, электросамокатов. Людей действительно очень много ездит, очень активно ими пользуются, это прикольно. Идем по знаменитой Севастопольской аллее платанов возле оперного театра. Здесь красиво летом из-за зелени, из-за отличной тени, которая защищает от жары. Здесь офигенно в начале осени, когда осыпаются листья и разноцветие такое на зеленой траве, которому просто можно позавидовать. А сейчас пройдемся уже по верхней части бульвара. В эту сторону мы шли вдоль воды по набережной Корнилова, обратно по Приморскому бульвару. Здесь
всегда высаживают красивые цветочные клумбы, создают настоящие картины в некоторых местах. И пандемия не помешала и в этом году высадить различные композиции. Да, тоже много свободных лавочек. В основном люди с детьми гуляют. И немного пенсионеров. Все это местные жители, туристов все еще нет. Все-таки вот этот жесткий пропускной режим, который до сих пор действует в Севастополе, он не дает возможности большому количеству желающих проехать, несмотря на то, что люди пытаются, и кто-то проезжает, у кого-то не получается. Все по-разному. О, я нашел фонтан, который работает. Неужели хоть какой-то фонтан в Севастополе работает? Ну вот, то, что я говорил. Тот, который не работает, там нет людей. Здесь, видите, несмотря на то, что людей мало, и все равно детишки, некоторые детишки, балуются около фонтана. Ну вот так, друзья, мы вместе с вами прогулялись по центру Севастополя, посмотрели, много или мало людей. Я, честно говоря, сам удивился, насколько мало людей, потому что я гулял уже здесь и в предыдущие дни, и позавчера, и людей всегда было много, и вечером, и днем. Почему сегодня так мало, ну, честно говоря, для меня загадка.